Да, вот сюда вот это поставь все. Как я могу не волноваться? Видишь, что ты изводишь себя. Смирись. Есть только путь. Мой путь. Или путь первый. Третий не дам. Должен быть третий. Не может быть, чтобы его не было. Я думаю, просто вот плохо искать. Я никогда ничего не делаю, просчитав все последствия, взвесив все риски. Но я не хочу, это самое главное. И не так на клетку не буду. Давайте будем откровенны. Я вам нужен не меньше, чем вы. Поэтому вы обеспечите мне свободу перемещения по всему миру. Вы слишком много просите. Разумеется. Но я знаю цену себе. И тому, что я понесу вашей стране в результате вашего сотрудничества. Хорошо. Мы предоставим вам свободу жизни и свободу перемещения. Но она не будет распространяться на страны социалистического блока и страны, лояльные к политике СССР. Вы никогда не увидите ваших близких и не будете иметь возможность контактировать с членами вашей семьи. Они будут считать вас погибшими. Да и для безопасности. И для предотвращения возможности дискредитации нашей службы. Вас ни при каком условии не должны увидеть и опознать. Любая ваша попытка выйти на связь с кем-то из ваших близких будет немедленно пресечена и повлечет для вас тяжелые последствия. В остальном же мы гарантируем вам достойную жизнь в полном достатке в качестве полноценного успешного гражданина США. Все операции по вашей переправке Советского Союза мы тщательно проработаем. Уверен, ваше исчезновение довольно быстро будет признано несчастным случаем. Все дальнейшие инструкции по программе вашей адаптации к новой жизни вы получите по прибытию в США. Вам предоставят наиболее комфортные условия для научной работы. Да, и еще одно самое важное условие. Отныне вы будете работать под чужим именем. Вы не сможете участвовать в официальных мероприятиях, проводимых другими государствами, где могут оказаться ученые, чиновники и специалисты из СССР. Что делаешь, бандит? Как я уже сказал, у вас будет новое имя. Микки. Документы. История. Теперь ваше имя Александр Смирнов. Вы перемещенное лицо после войны. Официально все ваши открытия и разработки будут приписываться другому человеку. Он же будет представлять их на научных конференциях, симпозиумах и других профильных мероприятиях. Его именем будут подписаны все научные статьи по вашей теме. Кроме того, в случае, если ваше открытие получит признание любые научные регалии, это самое престижное, включая научные регалии, они будут... Тихо, иди, пей. Фактически,